vos sabés, el otro se cría que está, si quiere un centímetro. Пять где-то зеленая тряска, прикольная, большая такая, хотя вот здесь вот он мокренький, это возле берега. О, лисичка бегала или котик, смотрите, можно нарисовать. Класс, камыши. Снега нет, мороз минус 10-12 с утра. И лед хорош, сантиметров 5. А здесь вода выходит. Там побежала лисичка дальше. Но в камышах лед хрупкий, лучше туда не ходить. Хотя уже крепкий. Можно, конечно, но воздержимся. Да, сантиметров 10 даже. Ага. Сантиметров 10 лед. Yes. Ну, давай попробовать. Ну так вроде крепко держит. Да, черный, да, не трещит. Сантиметра 70. Запах где-то вода выходит. Нет. Лисичка бегала. Бегала. А, да. Стал хорошо, надо на такие пытаться уйти доставать. А, вот вода выходит здесь. Прикольно. Ну, вроде так стоит. Давай смотрим. Лисичка пробежала сегодня. Лепота, камышиная лепота. Да, здесь трещина пошла. То есть вода выходящая. Хотя давно было это треснуло. Супер, лед супер. Мы напишем Новый год. Сегодня 14 января мы нарисуем вензеля. Видите, какой солнечный свет. А, здесь черный лед. А этот не сильно. Тяжелый, 100 килограмм, наверное, не выдержит. Я 60. Держит. Ну, сантиметров, скажем так, 10 есть точно. Шесть-семь сантиметров есть. И он держит. Хотя трескается иногда. А, лёд. Крепкий лед настает. Новый год всегда.